команда Джокер. А Дот Джокер — это самая ценная карта в колоде Слобожанской Лиги Смеха. Поэтому мы себе можем позволить все. Хитлейнджер. Я смотрел практически все фильмы с этим замечательным актером. Но видел только два выступления команды Хитлейнджер. Я надеюсь, сегодня они порадуют. Ну, не знаю, мне они всегда нравились, они всегда смешные, и что бы они ни показывали, не смешно. Мне кажется, если команда додумалась и в названии поставила такого гениального актера, как Хитлейнджер, то мозги у них есть придумать смешное выступление. Да, команда Хитлейнджер — это Джокер нашего юбилейного сезона. Мне традиционно везет, команды, как всегда, нет. Ну, потому что мы не знаем, кто будет выступать, для того, чтобы их не анонсировать, чтобы было для вас сюрпризом. Тем не менее, ребята благодарят. Они из города Сумы, поэтому, раз они из города Сумы, то они благодарят за помощь Сумской государственный университет. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы вы начали аплодировать и встречать команду Хитлейнджер. Здравствуйте! На сцене команда Джокер. Мы здесь первый и последний раз. Какой парад в Харькове? Братан, давай об этом попозже. Наша сегодняшняя цель — стать чемпионами 1/4 Слобожанской Лиги Смеха. Ну, сами посудите, кто там помнит этих чемпионов сезона? Я уверен, даже если бы этот чемпион сезона сейчас на сцене стоял и этот текст говорил, вы бы все равно его не вспомнили. А вот чемпиона 1/4 вы запомните на всю жизнь. Все-таки уникальный титул. Да в нашу честь! Группа Queen написала легендарную песню. Кайфуйте! 1/4 Слобожанской Лиги Смеха. Спасибо! Спасибо, Фредик! Люблю тебя, Меркиросян! Ну и теперь, когда вы готовы видеть гениальное выступление нашей команды, на сцене команда Хит Лейкерс! Хит Лентепрест. Братан, как там было? Хит Рейнджерс? Хит Рейден? Не, это из Mortal Kombat, вот этот с молнией, который. Хит Блэкстерс? Нет. Тинейджерс? Не, это про детей вообще, братан, не путай меня. Хит радиоприемник? Нет. Хит Бэкстрит? Нет. Хит Блэкчерс? Нет. Хит Блэкчерс, да! Хит Блэкчерс, встречайте! Команда Хит Блэкчерс! Не-не, Хит Гейзерс, встречайте! Да это не то, я тебе говорю! Блин, Хит Мэкс... Хермиона Грейнджерс! Ну это хороший вариант, но пока еще не близко, надо еще подумать. Хит, братан... Слушай, братан, сзади нас огромная подсказка. Может, просто повернемся и просто прочитаем? Ну что тут, да? Ты сказал, что это просто будет. Почему я повернулся, ничего не произошло? Еще и какой-то клоун палит. Че ты на меня палишь, а? А ну иди сюда. Тихо. Пусть первый пьет. Ха, забоялся. Понятно. Слушай, а может это русские буквы такие, по-русскому написано? Нет. Написано нет, не по-русски. Короче, все, мы забыли. В смысле мы забыли? Мы с тобой ходили, ори куирай катвэм за это будет, а мастерит, ори да цинодит, а герзила рибби, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мереки два из клоуны здесь на говнева, И после этого ты говоришь, что просто забыли. Братан, в следующий раз не забывай свои лингвистические таблетки, пожалуйста. А то ни хрена непонятно. Да какая разница? Уже никто не спасет это выступление. Чего ты вечно ноешь? 4, 3, 2, 1. Таня тут! Таня тут!
все! Хватит, все! У нас все равно выступление отменилось, Тань. Что, обратно название команды забыли? Да ничего мы не забывали, что ты вечно про нас так думаешь? Да. Ну, немного забыли, да. Да ладно, ребят, не расстраивайтесь. Вот берите пример с меня. Я никогда не унываю. И даже сейчас ищу свою вторую половинку. На, не благодари. Что это? Твоя вторая половинка. Знакомься, ноги. Больше не ищи. Очень смешно, шутники. У-у-у. А что это за спелый персик в конце сентября? Стоп, что это было? Костя, а ты что, не слышал, что сняли депутатскую неприкосновенность? Но я же не депутат. Да там сейчас непонятно, кто депутат, кто свадебный ведущий, кто фотограф. Да и, Костечка, мой сладкий, расслабься и скажи мне, может быть, сходим куда-нибудь вечером? Да ладно, не ломайся. Не ломайся, но не хочешь сегодня, можем сходить завтра на свидание в тупую. Может, вслепую? Да не, мы в тупую переспим и расстанемся. Эй, Таня, а ну рот свой закрой, а? У нас так женщины не разговаривают. О, так вы сексисты. Спасибо. Но в следующий раз смс-ки напиши, чтобы лишний раз свой рот не открывать, хорошо? А сейчас выйдет негр объявлять номера. О, так вы еще и расисты. Костя, не негр, а афроамериканец. О, так это что, мы зря негра искали? Все, все, все. У вас толерантности ноль, я не хочу находиться с вами на сцену ни секунды. Таня, ну успокойся, ну как ты возьмешь и посреди выступления уйдешь? Люди собрались, команды на сцене. Ты вообще слышишь, я с тобой разговариваю. Нельзя просто так взять с выступления и уйти, это некрасиво. Ты что меня игнорируешь? Я тебе говорю, ты кто такая? Ты, может, мама мне, папа, дядя, дядь Вартан. Может быть, ты Ашотик с третьего магазина, я не понимаю. Ты что, игнорируешь меня? Может быть, ты тренер по вольной борьбе моей? Чё ты себя так ведёшь, а? Короче, мы без тебя справимся. Костик, объявляй. Первая неофициальная встреча президента Армении и Украины. Здравствуйте, здравствуйте. Двойную шаурму, пожалуйста. Кавказцы в Шотландии. Братан, отсюда срочно надо сваливать. Чего? Да тут фиг поймешь, на какую юбку можно смотреть. На какую нет. Не знаю, братан. Я с детства сюрпризы люблю. О, девушка, вашей маме зять не нужен. Ай, братан, опять ты? Чё ты постоянно ставишь? Подожди, подожди, какое сегодня число, а? 23 сентября. Ой, яман, чуть не забыл. Алло, папа, поздравляю тебя, ты красавчик, ты конкретный чувак, я тебя уважаю и братан, люблю. Братан, что ты делаешь? У меня просто через 9 месяцев день рождения. И каждый год в этот день я звоню отцу и говорю, ты молодец и красавчик, что решился на такой поступок. Папа, передай маме трубку. Мам, привет. А тебе стыдно должно быть, поняла? Ты вообще что себе позволяешь, а? Твое счастье, что я дедушке не рассказал еще ничего. На динамо я хожу и на матах там лежу. Я борец, борец. Эй, пацаны, эй, шаурма, мне, Black Star, йоу, кайф, как сами, ауф, е! Ты кто такой, а? Я ваш тренер по борьбе. По борьбе с пончиками? Да нет, тренер же! Уах, 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 уах. Братан, я знаю, как его проверить. Надо спросить то, что знает наш тренер. Дважды два. Девять. Правильно? Я откуда знаю? Это ж тренер знает.
Я, короче, знаю, как решить проблему. Мы сейчас с тобой будем бороться, понял? Слушай сюда, малолетка, ты не в моей весовой категории. Уравнялись. Ну что, готовься. О, Извини, братан, думал, ты уснул. Не, ну что, в каком стиле будем бороться? В стиле кунг-фу? Или в стиле Mortal Kombat? Round one. Или, может, в стиле Майкла Джексона? Извини, думал, опять спишь, прости. Боже, 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 какие же вы дебилы! Это же я, Таня, я замаскировалась! Чтобы вам преподать хотя бы какой-то урок, но вы настолько тупые, что вас просто не победить! Это потому что мы... А в 4-й Слобожанской лиге смеха. Спасибо, Фредик, за бис! Ну что, Тань, как тебе с нами выступать? Знаете, парни, на самом деле с вами было очень кайфово, только я вот так и не нашла свою вторую половинку. Так это, давай я тебе распечатаю фотку, чё ты? Абрам, Абрам, да я не об этом. Я просто говорю о том, что я не нашла человека, с которым можно было бы гулять по парку, ходить в кино, делиться новостями, обниматься и целоваться. Так это, тебе не вторая половинка нужна, тебе братан нужен. Мы вон с Костей и по парку вместе гуляем, и кино вместе смотрим, и в торговых центрах зависаем. И целуетесь. Только слепой не видел, как мы с Костиком целуемся. Ой, братан, как красиво сказал! Иди сюда! Муа! 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 Все, не перебарщивай. Друзья, с вами была команда Heat Ledger и Юрий Ткач.